Добрый день, дорогие друзья! Сегодня расскажу вам о том, что дочь Юлии Началовой, 12-летняя Вера, после смерти матери написала ей письмо. По словам отца певицы, маленькая Вера стойко перенесла трагическую новость. В эфире канала «Россия-1» вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей», посвященный памяти Юлии Началовой. 38-летняя звезда умерла от остановки сердца в одной из московских больниц 16 марта, не приходя в сознание. У нее осталась 12-летняя дочь Вера, которую певица родила в браке с Евгением Алдониным. По данным журналистов, девочка будет жить с бабушкой и дедушкой. Родители Юлии Началовой появились в студии передачи. Мать певицы расплакалась на плече у Малахова и покинула съемочную площадку, не выдержав эмоционального напряжения и тяжести утраты. Отец звезды держался дольше, но и он в конце концов попросил прекратить съемку, заявив, что держится из последних сил. Близкие Юлии рассказали, как весть о кончине матери восприняла Вера. Напомним, Евгений Алдонин в разговоре с журналистами признался, что не знал, как сообщить дочери о трагической новости. Оказалось, что единственная наследница Началовой всю ночь проплакала, узнав о кончине матери. Однако в последние дни вела себя очень стойко. Надо сказать, она держится. Характер проявила. Истерик никаких не было. Письмо ей написала. Со слезами на глазах признался Виктор Началов Андрею Малахову. Мужчина также согласился с утверждением журналиста о том, что все силы сейчас надо посвятить Вере. У Веры папа. Папа, который с ней постоянно. Она не брошенный ребенок. У нее все будет нормально. Уж мы вокруг нее давно. Потому что у Юлии были гастроли. Еще что-то. Бабушка в школу Веру водила. Недостатка во внимании вообще нет. Верочка, конечно, уже становится взрослой. Она такая красотка. Очень хорошо рисует. Очень артистичная. Все будет нормально. Надеюсь, только было бы здоровье, рассказал Виктор Началов. Напомним, что Юлия Началова всегда хотела стать матерью. Когда в возрасте 20 лет она страдала от анорексии, до которой довел первый супруг Дмитрий Ланский, девушка удалось вылечиться благодаря стойкому желанию стать матерью. Доктор, которая наблюдала меня, она просто даже не мне. Так вскользь сказала, понятно, что о детях здесь можно забыть. Детей здесь точно не будет. У меня просто все перевернулось. И я ей сказала, кали мне все, чтобы я была здоровая. И вот этот фактор, что я должна родить, что у меня будет ребенок обязательно. Я об этом мечтала с детства, играла в куклы. Это сыграло основную роль, рассказывала Началова Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион». Виктор Началов также рассказал, что Юлия скрывала проблемы со здоровьем от родителей, чтобы их не беспокоить. У нее проблемы были, но как ни спросишь, все нормально, все хорошо, все замечательно. Не хотела нас как-то расстраивать. Ребенок уже взрослый, живет отдельно. Дочка у нее уже большая. Сокрушается Началов. Тяжело, конечно, хоронить детей. Не приведи, Господи, никому. Это неправильно, вообще неправильно. Надо беречь свое здоровье, миллион раз ей говорил. Дорогие друзья, спасибо за просмотр. Пожалуйста, оставьте свои комментарии под видео. Не забудьте подписаться на канал, если кто-то еще не успел, чтобы вы знали о новых премьерах. Всем счастья и здоровья. Приносим соболезнования семье Юлии Началовой.